Хочется сказать, что осмотр конкурс «Лимпопо» начался в этом году уже 1 ноября. Он состоит из огромного количества конкурсов, и их число с каждым годом растет. Сегодня первый день конкурсной программы, которая проходит здесь, в актовом зале, вот на этой сцене. И завтра вы станете свидетелями гала-концерта, на котором свои выступления представят педотряды всех факультетов, участвующих в нашем конкурсе. А следующие претенденты на звание «Мисс и мистер Лимпопо 2004» – студенты факультета иностранных языков. Попова Елена и Шахов Сергей. Встречаем!